На конкурс дети читают стихи. Алан Аметов 3 года. Я не Алан Аметов, я Стрелка. Хорошо. Что такое День Победы? Автор Андрей Усачев. Скажешь? Да. Мама, помоги мне. Давай, что такое День Победы? Это утренний бал. Где тут танки и ракеты, маршрут свой солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Видел ты, прям в небо высыпался. Там и тут. Что такое День Победы? Это утренний балан. Разговор и обед. Это альбом. Фотки и конфеты. Это запах и без. Что такое День Победы? Это значит нет!